Фермерские хозяйства 6 районов республики получили новую технику. В Нижнем Бестяхе вручили ключи от комбайнов фермерам Чурапчинского, Усть-Алданского, Сунтарского, Ангинского и Мегино-Кангаласского районов. Современную технику поставила компания «Россельмаш». Отметим, что за последние 3 года по линии Минсельхоза республики было приобретено 15 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайна разных модификаций на общую сумму 187 миллионов рублей. По условиям программы 95% стоимости техники с учетом доставки субсидируется за счет республиканского бюджета. Данный регион, да, в Якутии непосредственно, мы поставляли комбайны. Это «Вектор 410», зерноуборочный, кормоуборочный комбайн «Дон 680М» и комбайн зерноуборочный «Нива Эффект». Комбайн «Вектор 410» оснащается двигателем МЗ 210 лошадиных сил и способен убирать от 500 до 1000 гектаров. Кормоуборочный комбайн «Дон 680» является высокопроизводительным и убирает до 180 тонн в час. На будущее надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество непосредственно с сельхозпроизводителями и с Министерством сельского хозяйства данного региона, так как они предоставляют очень хорошие условия приобретения техники.